кто самый богатый человек официальный в нашей стране? Тимур Кулибаев и его женой Динара Кулибаева. Если вы заглянете в журнал Forbes, Forbes говорит, что их общее состояние оценивается порядка 7 миллиардов долларов США. Представьте себе, что его дочь Динара Кулибаева вообще не занималась бизнесом. Она там профессор, академик, живет в Швейцарии и владелец 7 миллиардного долларов состояния, входит в число богатейших людей мира. Сам Нурсултан Назарбаев обладает состоянием свыше 200 миллиардов долларов США. Президент страны, который всю жизнь был государственным чиновником, обладает таким состоянием. Когда мы спишем суммарно разных кредитов, ипотечных займов, потребительских кредитов, автокредитований и так далее на сумму суммарно около 15 миллиардов долларов США, мы фактически восстанавливаем справедливость. Эта справедливость придет в каждую семью. Например, потребительских кредитов у нас имеет около 9 миллионов человек трудоспособного населения. У них дети, у них их старшие родители. Это фактически наша программа затронет интересы всего населения страны. Именно в этом заключается именно социальная справедливость, не узкой политической верхушки, которые живут за счет всего народа, а именно наши программы повлияют на жизнь каждого казахстанца.